Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге «Великий музей мира». Грифон. 9 или 8 век до нашей эры. Бронза. Остатки позолоты. 21/18. Грифон – мифологическое существо. Наполовину животное, наполовину птица. Часто встречающийся в арсенале искусства древнего Урала. Эта страна располагалась в горах Турции и Армении с 9 по 6 век до нашей эры. Представленный артефакт относится к периоду наибольшего расцвета и могущества государства. Неизвестно, какую именно функцию выполнял грифон в местном пантеоне, но она явно имела религиозное значение. Статуэтка, скорее всего, являлась частью великолепного ритуального трона и святилища верховного бога Халди. Первоначально грифон был покрыт золотом, а глазницы, брови и головной убор раскрашены краской. Также у статуэтки имелся хвост. Ну, вот такое описание нашел в книге «Великий музей мира». Грифон. 9 или 8 век до нашей эры. Пока-пока. До свидания.